Ну а теперь начинается самое интересное, ради чего, можно сказать, публика ждала фактически на протяжении целого дня. Да, было много интересного в других видах программы, но сложно предположить, что зрители не захотели бы смотреть наших девчонок, даже если бы в других видах было не так здорово, как сегодня. Из Казахстана, хотя ей уже 16 лет и в феврале исполнится 17, немножко грузнее остальных выглядит Кортни Хикс из команды Соединенных Штатов. У Юли, по-моему, не было призов на чемпионате мира, а у Лены и у Ани были медали и мировых первенств. Нет, и у Юли были призы на чемпионате мира серебро в 2014 году. То есть это совершенно феноменальный сейчас состав на льду.